Ребята, всем привет! Сегодня будем кушать еду из времен СССР. Вот. Что-то ностальгия замучила, так что посмотрите, какая будет еда. Какие основные ингредиенты? Это молочные сосиски и горошек зеленый. Сейчас посмотрим, что будем делать дальше. Итак, почистил сосиски, снял пленку и посмотрите на реакцию моей кошки, турецкая ангора. Ждет сосисочку. Значит, сосисочки съедобные. Сейчас я их буду варить. Поставил я воду на плиту. Сейчас жду, пока вода закипит. И потом туда брошу сосиски. А тем временем сейчас я буду распечатывать горошек. Горошек фирмы «Кубаночка». Значит, берем вот таким макаром горошек, встряхиваем. И видите уже, как удобно делает открывать. Специально открывашечка. Раньше надо было ключом, но мы уже живем в 21 веке. Поэтому вот такой вот вкусный горошек. Мы этот горошек постоянно берем от этой фирмы «Кубаночка». Советую вам тоже покупать. Неплохая фирма. Вот, и цена нормальная. Сколько он примерно? 56. 56 рублей стоит эта баночка 400-граммовая. А сосисочки почем? 270 килограмм. 270 рублей килограмм. И сколько здесь? Полкилограмма. На 130 рублей 6 сосисочек. Это, в принципе, отлично. А теперь нужно слить вот этот сок и оставить горошек без сока. А этот сок можно выпить. И потом сами знаете, что будет. Музыкальные пьесы, да? Угу. Так, смотрим. Вот так вот он выглядит. Итак, вода закипела. И после того, как вода закипела, окунаем, кладем сюда сосисочки. Варятся они около 5 минут. 4-5 минут. Вот таким образом погружаем и 5 минуточек ждем, чтобы они сварились. Вот она еда времен СССР. Сейчас попробуем, какая она у нас вкусная. Ребята, как же вкусно. Берите, пробуйте. Готовить очень просто. А на самом деле все вкусно. Также вот такой компотик, потом когда поем, запью компотиком из свежемороженных фруктов. В СССР делали компот из сухофруктов, поэтому мы еще купим сухофрукты и сделаем компот из сухофруктов. Теперь тема будет про СССР, ребят, на канале. Подписываемся, ставим лайк, делаем репост данного видео, комментируем, пишем свои рецепты. Если будет классный рецепт, мы приготовим по вашей рекомендации. А так на этом все. Всем приятного аппетита. И вперед в прошлое. Всем до новых встреч. Пока-пока.